Сегодня у нас 28 сентября 2015 года. Находимся в детском просторном лагере «Стан» на кухне. Утром. 7 часов утра у нас сейчас. Картошка вкусная. Вот наш котик серый охраняет нашу кухню от мышек. Да, Котя. О, наш режиссер встал уже, отработал на кухне, успевает тут. Видите, мы православные. У нас питание все время меняет нам устав. Вчера было воздвижение честного животворящего креста Господня, 27-е. Это день моего обращения, покаяния. 53 года назад было это. Я небольшое слово сказал в церкви на это, что как оттуда пошли нити сюда. Как Павел пишет Филимону, говорит, ты самим собой мне обязан. Филимон обратился. Заплати за него, если он украл у тебя чего-то. Я вот это вчера как раз произнес. И главное, постный день. Попадает на воскресенье. Абсолютно незаконно постный день. Воскресенье ничем не побеждается. Великий пост, невеликий. Воскрес Христос. Это превыше всего. Воскресенье, ну, в 6 вечера воскресенье будет понедельник. Можно колени преклонять. А так молимся стоя, потому что Христос восстал. Объяснение дается. Пост. Монахи придумали там, значит, да это пост, они это установили, что он постный это день, и вообще ничего нет. Это радость была, воздвижение креста. Креста знали, если мы, Павел говорит, по плоти, теперь не знаем, по плоти он распят. А теперь он воскресший. Нет, тут придумали день постный, но с растительным маслом. Воскресный день, говорю, но устав-то устав. Я православный, я не согласен, но мы строго исполняем, это мое мнение. Если попадает на воскресенье, никакие события не могут поколебать его. Повлиять на пищу или на что-то. Постный день. Я бы это доказывать даже не буду. Христос воскрес. Вот, допустим, от четверга, если на страстной неделе, ну, перед Пасхой, страстная неделя, попадает 7 апреля, Благовещение. Ну, на последней неделе, обычно, в какой бы день ни попало, рыба разрешается. На последней неделе масло растительное только, потому что страдания, подготовка как бы надавливает, побеждает. А с четверга, если Благовещение, вообще на желудок не влияет. Как будто ничего не было. Ни масло, ничего не разрешает. Пост, полный пост. Тут объяснимо. Страдания и воскресение. Здесь воскресение. У нас вот в эти, на 10-е праздники-то, как правило, не работают люди. Но кто работает на полях, этим разрешается, потому что один день. Но воскресенье, воскресный день, никогда, никому, ни под каким видом. Это суббота. Это ветхозаветная суббота, которая пришла в воскресенье. Ну и говорят, ну вот вы так питаетесь, ну, у нас разрешается все. Покажи, Сергей Павлович, что у тебя здесь? Вот оно, чтобы видно было. Это что такое? Колено говяжье. Говяжье. Закололи корову, и ему батюшка тут, Игорь, дали, он поправляется у нас. Лишние килограммы набирает. А это свежую капусту вчера дали. Красная, белая, тут не знаю, тут разные виды, три вида. Но я жевать не могу, зубов нет, я говорю, жижу не трогайте. Вот давайте считать. У нас хлеб. Сами ребята пекут. Главное, это Володя. Свой хлеб. Ну, чтобы видно было, какой он, вот я его беру. Посмотри вплотную. Давайте по пальцам загибайте, какая у нас пища. Это утро сегодня, 28 сентября 2015 года, понедельник. Готовимся на работу. Сколько сейчас время? Без 10:07. Вот. Ну, это мы уже все сделали. Вот оно время, пожалуйста. Без 10:07. То есть все уже сделано. В интернете я все проверил, новые ролики открыл. Пришел, разнарядку на работу дал. С Володей мы уходим резать арматуру. А ребята уходят заканчивать последний, третий пруд. Раньше назывался Симаковский, теперь Костровый, рядом костер. Как кирпичом все это укладывает, где вода будет стекать, падать. Водопад от наш Ниагарский. И вот сидим мы за столом. Значит, первое это хлеб. Редкой красоты.
мягкие. Ну, второе к нему что? Суп. На чем он вареный? С рыбой. С рыбой, да? Да. Рыба. Но у нас рыба не одна. Вот она рыба наварили, это скумбрия, что ли? Селедка. Селедка. Это селедка, селедка. Ну, прекрасная рыба, жирная, из города привезена. Дальше Никита ходит и проверяет мордушки. Вот он принес сегодня свежая рыба гальян. Вот она. Яичек-то не набили? Нету их. Нету сегодня. Сегодня яичек нет. Обычно яйца сюда и... Вот считайте по порядку. Рыба двух сортов. Дальше. Вчера меню маленько изменили. Самая деликатесная пища, никто, может, и не знает. Деликатесная. При любой болезни везде она нужна. Это не куриный бульон, а голубиный, голуби. Ну, у меня голубятня вчера, я пошел. Сколько? Три голуби? Три взяли голубя. Уже все у меня, селекция прошла, но еще много. И я начинаю уже придираться к маленьким перышкам. Вот все, чтобы у меня были турманы с хохолками. Другого цвета нету. Там обножка какая. Ну вот выбирают ночью, кое-как двух таких выбрали, маленько что-то не туда одна порошинка у него закурчавилась. Вот, сегодня варят голубиный бульон, голубиный. Говорят, а голубей разве можно есть? Считайте житие святого Филарета Милостивого. И были фазаны на столе, говорят, и голуби. Голубь самая чистая, вот, самая диетическая, деликатесная, самая... изысканное блюдо, перед ним меркло, особенно в Египте. Все это рассказывает. Они бывают голуби фаршированные и жареные. Вот считай, сколько. Это уже минимум как четвертое блюдо. Пятое, молоко. Вот простокваша. Свое цельное деревенское молоко. Мне специально готовят кипяченое молоко. Это пятое, во всяких разных видах. Утром натер, пришел свежая морковь. Морковь с редькой. Шестое, седьмое. Это только-только за одно утро. Дальше будет восьмое. Помидоры. Это свое. Мне туда лук. С луком. Растительное масло. Девятое, десятое. Соль. Одиннадцатое. Это все на столе. Дальше специальную картошку варим. Вот такую мелкую картошку. Каждый должен съесть 5 штук. Вот она. Ну, мелочь. Мы не бросаем. А крупную мы привезем, бабушкам отдадим. Мы в сказке научились. Кто она там, дюймовочка или кто была, говорит. Она, или Снегурочка, я не знаю, кто она такая в сказке. Она говорит, хорошую ягодку у лукошка, а которая не дозрела в рот. А подружки ее наоборот, хорошую в рот, а потом с ней расправились. Так вот мы так делаем. Вот это вот себе. Вот только то, что у нас сейчас на столе, я показал. Это только завтрак. Всегда квас, свой квас. Сами делают. Отдельно чай. На второе у нас что? Манка. 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 Естественно, с молоком. Это посчитай. То есть компонентов во всем этом-то до 15. Ну а кому это надо, свое, у каждого свой мед отдельно. Мед местный. Прямо с пасеки. Ну это уже какой-то праздник большой или что-то. Мы мед разделили. Ты ешь свою банку, в своей банке я своей. Потому что я каждый вечер беру для сердца в теплой воде. А теплой не воде, а березовки. Свежий березовый сок, замороженный. И я его на меду развожу. Откуда здоровье? Естественное, это вкусное, приятное. Вот сейчас поедим и арбуз разрежем. Чтобы не судили. А вот вы заморили ребят. Ну вот они есть. Почему? Они работают. Они выкладываются так, что до обеда уже глаза раскрытые. Скоро ли обед будет? И к вечеру. Ты не голодный здесь, Никита? Нет. Нет. Брат Сергей. Даже наоборот. У тебя даже наоборот. Ну, видишь, он ворочает какой. Масалыга. Это бесплатно. Повторяю. Все, что у нас вот это есть, не считая рыбы из города, все бесплатно. Прикиньте, это в ресторанных ценах. Кто-нибудь откликнитесь и скажите, сколько это стоит. Цельное молоко. Ни капли воды, ничего нету. Простокваша. Тут же сливки. Я еще не сказал. Сливки. Творог. Это сегодня у нас уже тут некуда ставить. Вот этот гальян. Кто его не видал какой, вот он как выглядит. Видишь? Гальян. Его можно есть. Я откусываю, вот посмотри как. Я покажу, как его едим. Вот я беру его. Он, ой, он горячий очень сильно. Ну, вообразим себе, что я его съел. Это не все удовольствие. А дальше. Котя.
Смотри. А головку ему, вот сколько это удовольствия, я знаю, неправильно это я делал, что я его тут притравливаю. Ну, меня за это они, ребята говорят, ну, что ты делаешь, он уже нахальничать начинает, лезть на колени во время еды. А я потихоньку опущу руку, а на них смотрю, как они реагируют. Вот он подошел, давай облизывать. Ну, не утерплю я, слабохарактерный. Вот опять, сейчас я его в руках, жар убираю с нее, потому что она горячая, иначе он просто... Ну, и с этим смешаю. Куплена. Серый. Вот. Ой, да лапа еще. На. Я открыто это делаю. Не осудите нас, Коти. Смотри, Коти. Ой. Понимаете, сколько удовольствия. Это все деревня, а вы в городе кваситесь. У кого есть ребятишки, пишите нам по Теряевку. Пишите. Мы не приглашаем, мы даем знать о себе. Если это человек православный, молодые, с детьми, ну, в каком возрасте-то? Старики могут с ними быть, а отдельно нет, не прижиться. И есть средства построиться, пишите. Лучшего места для воспитания детей нету. Я ни в интернете, нигде не встречал, чтобы так фундаментально стояли, исполняли все, насколько это возможно. Вот приезжает нам митрополит, епископы православные, московский патриархат. Но у нас живут здесь в деревне несколько семей старообрядцы. С молодежью отношения лучше, со стариками труднее. Они не ходят. Некоторые ходят на занятия, а другие им запретили, отлучим от причастия. И мы показываем вашу несвободу. А у нас, нет, мы же не заставляем ничего. В храм прийти, помолиться, постоять нельзя. Они если приходят, это там за стенкой или где-то как-то. Вот свое руководство, чтобы у нас этого не было. Вот так. Сегодняшнее утро. И как Господь нас благословил. Я это не думал, даже сели за стол. Я говорю, Володя, оставь это на память. Пусть люди видят, как мы живем свободно, чисто, богато. Богато не в деньгах, в радушии. Нам приезжает, сколько лет обидели, сколько людей, откуда принимали крещение. Идет работа, новые люди спрашивают про крещение, что, как делать. Коротко отвечаю, остальное, когда приеду в Барнаул после 10 октября. У нас очень трудная работа, нелегкая, по прудам. Потому что делаем деревянные короба, бетонные нам не сделать. И это все, как говорится, Филькина грамота. Но думаем, антисептик купили, отработка, известь как-то обезопасить, чтобы не сгнило в один год. А сейчас как закреплять лаги? У нас все есть. Но очень трудно, мало нас. Дорога не окончена, все время дожди, заехать нельзя. Ну теперь 20 или больше КАМАЗов песка, потом крупный, щебень мелкий. И дорогу сделать. Длинать дороги при въезде 270 метров. Там заехать нельзя было. Вот такая глубина траншей, туда все провалилось. Сейчас все закрыто. Мы пока перекрыли его. Попутно говорю. Как Лев Толстой говорит, когда мужик там 2 фунта мяса съест, а потом пилит, бревна, один внизу стоит, а другой вверху. Такая пила с такими вот это. Ему как раз. А когда человек ест много, девать некуда, у него только один клапан внизу, на блуд. И поэтому они бесятся, эти дворяне, проще добесились, все рухнуло, нигде ничего нету. Вот у нас эти наши калории, они уходят как раз. Ну, вот такую вот морковь, маленькую ее даже чистить не следует. Немцы не чистят картошку. Они мудрые. Вот так, познакомились с вами. Милости просим у себя, чтобы вы такой же стол устроили утром. Из 15 блюд. О, пенка, люблю я пенку. Вы с городской снимите пенку. Там разбавлено 10 раз. Все, Володенька, садись. Как люблю.